Всем привет! Здесь я покажу секрет, но это не совсем секрет, это как баг. Так. Идем вот сюда, вот на карте. Так, я возьму какую-то машину. И покажу вам, что за баг. Это связано с дорогами. Так как видите, я установил новые дороги, и возможно из-за этого у меня и... Так, вот смотрите, что здесь происходит. Как видите, здесь отошла, как видите, все проваливаются туда. Вниз. Я не понимаю, что это такое, почему это произошло. Некоторые могут ездить, а многие нет. И люди, и все могут туда падать, я не понимаю. Это, возможно, я новые дороги установил и... Сейчас покажу вам. Так вот, я проваливаюсь сюда. Я не знаю, я просто спокойно ехал и вдруг провалился, я даже испугался. Не знаю даже, что это такое было. Вот видите, она отошла как бы. Не понимаю, почему это так стало. Вот. И люди, и машины все туда проваливаются. Это как дыра. Не понимаю. Конец света. Вот. Некоторые, видите, могут ехать и нет. Но это не... Это расстояние маленькое. Вот, видите, отсюда вот. И вот до сюда вот. Небольшое, не знаю, почему это так произошло. Так, сейчас я вам покажу. Вот я спокойно ехал. И бац, провалился. Но я человеком еще, ой, СиДжеем. Туда провалился и падал, падал, падал до бесконечности. Сейчас попробую вам это показать. Вот, как видите, здесь он ходит. А если наступлю сюда, он сразу пойдет. Так, вот, попробуем сейчас. Вот, как видите, он падает и падает и падает. И уже все, никак отсюда не выбраться, не остановиться. Вот там тоже кто-то, смотрите, падает. Это до бесконечности. Все, даже никакие коды уже тут не помогут. Снова уже вот. Так, вот я вам показал баг с дорогами, поэтому рекомендую лучше не заменять дороги. Всем пока.